В Кировске продолжается модернизация сетей наружного освещения. Замену старых ламп на светодиодные источники света специалисты Кировской горэлектросети проводят в рамках городской программы энергоэффективности. Она рассчитана на 5 лет. За это время сети планируют модернизировать во всех населенных пунктах, которые входят в состав муниципального округа. Специалисты Кировской горэлектросети приступили к замене уличного освещения в микрорайоне Кукисумчор. Старые лампы накаливания снимают. На их место устанавливают современные светодиодные. Их будет больше 200. Световой поток новых светильников выше старых, что очень важно, особенно в полярную ночь. Где требуется, меняют опоры и обновляют линии самонесущих изолированных проводов, которые передают и распределяют энергию. Светодиодные светильники дают значительный выигрыш в освещенности, в экономии электроэнергии и в сроке службы. Соответственно, на обслуживание светильника будет уходить намного меньше времени, чем прежде. Реализацию комплексной программы «Энергоэффективность уличного освещения» в Кировске начали 2 года назад. На первом этапе стало светлее у детских образовательных учреждений города. После этого на светодиодные поменяли почти 200 ламп в титане и кашве. Мы получили экономию 500 000 рублей за 2022 год. При этом потратили около 1,5 миллиона. То есть тот эффект экономический, который мы предварительно просчитывали, 30% экономии, он был зафиксирован в реальных результатах. Уже в следующем году значительно светлее станет и в самом Кировске. Всего в рамках программы планируют заменить более 1800 светильников. Также в рамках программы по улучшению освещенности города предусмотрены работы на Апатитовом шоссе.